Это рыба-меч? С таким спинным плавником? Это марлин. Поймал его на полурыла, больше часа пытался вытащить. Вдруг он выпрыгнул из воды, прямо на меня. Нам надо разрубить чертову рыбину. Нет, больше 40 лет я охотился за таким экземпляром. Вы не можете его просто обезглавить? Как оставить его нос в ноге? Это клюв. Надо сделать МРТ. Я никуда не пойду без Франклина. Я назвал его в честь отца.